На вторую минуту ты юзаешь опять святую клятву, но юзаешь, например, крылья под нее, чтобы тоже не проседать. Ну, короче, тут изи. Потом ты юзаешь третий раз, уже откатываются триня, у тебя еще есть с двумя Т10. Это божественное просветление, которое снижает затраты маны, и потом она еще увеличивает эффективность. То есть ты вообще не проседаешь. Тут можно, типа, так есть ману. Жестко. Побил там метки, склепы какие-нибудь. Как-то изи, тебе не кажется, что это опять такой? Я запустил стрим, качаюсь, разговариваю сам с собой, заходи, Twitch TV, бомбеж. Это ты? Даю спам. Написал солодовое дерево. В смысле солод дерево. Но есть просадки какие-то. Ну, типа, ты стоишь потом. Смотри, я разворачиваю игру. Вот я сейчас развернул игру, вот бегаю. А, это свернутое? Надо подождать. Я слышу. Это заклинание еще не готово. Пизда. Я пока не могу прочитать это заклинание. Он начал лагать, как я понимаю. Да, ты когда вертеть очень жестко, она еще он. Пишет пропуск кадров 0. Все, бит секунду 5,2. Подожди, сейчас настройки. Ты только что сел, я на 480 даже залагал. Сейчас попробую битрейта подкинуть. Давай, блядь, 6000, нахуй. Применить, окей. У меня интернета тоже Блять, на нет. ютубе 12 тысяч стримят. А? На ютубе 12 тысяч стримят. Ну, я смотрю 12 тысяч человек. Нет, 12 тысяч битрейта. Да, 13 тысяч, не знаю, у меня интернет На это... Твиче меньше ставят, на ютубе знаю, что там вообще, там макс обход 12, столько и стоит. Смотри, я 12 поставил сейчас. Но я обновлюсь сейчас. Ну, сейчас она еще обновится, она что сразу... Мне кажется, еще что как-то изображение снизу, что ли, черная какая-то хуйня. Ой, пизда лагает. Пиздец, как лагает. Пиздец, ты прыгаешь просто, у тебя, блядь, ну, 12 FPS. Так, хорошо, тогда мы делаем что? Мы делаем... Попробуем поставить 2000 битрейда. Что будет сейчас? Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Что ты там осматриваешь? Это заклинание еще не Не, ну как стрим, мне нравится, мне нравится. Блять, вот ты когда стоишь, не лагает, ну нормально, типа я смотрю в HD сейчас, ну максимально. И кстати, вот ты сейчас помотай камерой. Ну я мотаю, вот я значит прыгаю. Ну, на самом деле, аналог лагает, но не так сильно, как на 12 тысячах. Типа вот ты сейчас прыгаешь, не особо, ну, представляет, короче, качество. Сколько ты сейчас битрейт выебал? Блять, поставь 3, может. Ну, 3 стоял, но на 3 лагал. Применить окей. Ну, это ты еще более-менее, типа, когда ты
Не особо двигаешь. Ну, пишет потерь пакет нету. Ты больше не драйвера, либо хватает. Надо подождать. Тут непонятно, или в интернете дело из-за лагов, или в компе. Типа вот сейчас не лагает, ты прыгаешь, не лагает сейчас. Вот ты начал, блядь, сильно водить такой. Ну, оно то лагает или нет. Ну, типа, это лучше из всех, что был. Вот ты сейчас туда-сюда провел, туда не лагало, а обратно лагало. У меня сейчас 43 FPS на этой площадке. Надо подождать. Хотя почему? А можно как-нибудь FPS на трансляции посмотреть? А ты не можешь свой стрим открыть и посмотреть? У тебя же тоже должен лагать у людей, да? Ну, я могу, да, у меня он есть. Ну так открой к ней посмотри. Блять, Вармен открыл случайно. Блин, не знаю, мне эта игруха понравилась, типа, но то, что я стрелять не умею, это, ну, ясно было сначала самого. Но графика такая, да, мыльная, блин. Мыльная становится. Ну, блин, у меня видеокарта говно, конечно. Не, ну типа он, кстати, вот сейчас довольно-таки ровно идет, но подлагивает, наверное. Ну, экшон-то тут может просто Блять, еще. хватать. Это ж ловко, блядь. Я не знаю, от чего у меня сейчас вообще стрим идет, от видюхи или от вот этого. От процессора. Вот динамически изменять битрейт для управления перегрузкой сети бета. Вместо пропуска кадров будет задействовать динамическое изменение битрейта на линзу, чтобы уменьшить перегрузку сети. Обратите внимание, что это может увеличить задержку для сети в случае внезапного сбивания сигнала. После уменьшения битрейта может несколько минут для его установки. Пойти подъехать этот нахуй и кучи. А, оп, блять. Напишу дебилу. Или не ходить никуда сегодня. Блять, 5 точек. Да. Пау. Ничего писать не буду. А чё у меня тут за ачив есть? Я здесь десятку шхилил, блядь. Выигрышная короля, блядь. Ебать, меня взяли в рейд. Фу. Сегодня, блядь, писанул в рейд. Но я видел. Бля, я не знаю, у меня так плечо болит, бля, до сих пор просто. Блядь, охуеть. Там паралич какой-нибудь. 3-4 дня, кстати, пройдет. Катериной, чтобы превратиться в скелета день мертв. А, Мне нужно... она здесь была ранее, точно. Она здесь должна была ранее. О, завтра жертву можно брать. Блин, мне кажется, у хостовой, ну типа хостовой холик профит не чем интовой. Блин, ну мне не нравится то, что каст такой медленный, пиздец. О чем ты спросишь свою смерть?
Мне бы кто-нибудь спину новую скачал, у меня так.